Доброе утро, мои дорогие. Доброе утро. Так вот, мы в съемной квартире. Я вон уже белье перестирала, повесила. Ну, обычная квартирка такая. Ничего особенного нет. Еще белье стирается. Вот такой леопард тут на стене. Понятно, все кверх ногами. Чемоданы выложила. Сейчас разберусь. Ну вот, в общем, вот так вот. Так что начинаем питерскую жизнь. Вот. Жара, что-то аж прям с утра жарко. Костя говорит, вчера тоже было очень жарко. Но ветер. И вчера был дождь очень сильный. Может, и сегодня будет дождик? Сейчас буду Марине звонить. А то она мне уже видео понаприсылала. А у меня вчера, вот честно сказать, уже не было ни сил, ни возможностей. Просто прям помылись и в койку, и все. И вырубилась. Вот тут вот аптека мне туда надо. Пятерочка. Сейчас Костя приедет, позавтракает, поедет дальше. Вы сами видели, сколько там работы, еще конь не валялся. Ну вот. А я пойду опять пятерочку. Надо что-то будет приготовить. Вы знаете, дороговато. Есть в этих ресторанах. Надо денежки экономить, правильно? Поэтому вот так вот. Ну ладно, я вам все покажу. А сейчас как раз покажу, как там Марина с художником в театре делали коробку мою. Ну, кто помнит, я делала коробку. Верх сделала, а краски у меня черной не было. И вот Марина ее с девочкой довели до ума. Что-то я все собираюсь. Погода, посмотрите, все никак. Мне кажется, дождик будет там вот что-то. Сейчас Костя придет. Я видела его машину, поворачивала. Все, Марине сообщила. Дочке сообщила. Макарюку, внук, все сообщила. Можно заниматься своими делами. Два видео смонтировала. На YouTube отправила. Так что посмотрите, зайки. С тобой ребенок интересуется. А что эта бабушка не поедет в Мурманск? А за грибами он как будет ходить один? Кто за ним приглядывать будет? Сам будешь ходить? Чё? Ну, я же не знаю дороги обратно. Руку дай. В смысле? В смысле ты не знаешь дороги обратно? Это только приходить здесь, то один бы грибочек собрал. Один. О, как бабушка-то нужна, оказывается, да? Хотя бы за грибами ходить. Дождик идет, мелкий, но идет. Костя и на завтрак не приехал. Сейчас позвонил, говорит, у меня тут рабочие понаехали, я не могу. Сейчас через часик, может быть, заеду помоюсь, потому что весь мокрый. Он же тоже работает там. Так, а я, мои дорогие. А я. Это надо запечатлеть. В платье. Представляете? В платье. Это такая редкость, это так редко бывает.
А просто все вещи перестирала. Думаю, у меня аж платьица есть. Так, где я там? Видно меня? В коротком платье. Платье это болгарское. Вот. В общем, идем что-нибудь сейчас купить, сварить что-нибудь первое. Пойдем, Саш, подожди, Саша. Что-то забыл. Это... Что это, арахис? В химической какой-то гадости. Хорошо, после дождичка. Прохладненько стало, так свежо. Вон, покосили всю траву. Вот, а мы едем в Леруа. Ну, покупать же все надо для этой стройки. Конца краю этому не видно. Костя мозоли такие на руках, вскрывшиеся. Ну чё, где он там? Гольф-клуб. Вот так вот. А то все. Це Европа, це Европа. Вон, смотри, видишь, там эти. Ну, я хочу сказать тебе, что прям вон они, вот они, гольфисты там. Хочу сказать, что интересно, я бы сходил бы попробовать. Никогда не играл. Я тоже хочу посходить. Взять мальчишек и это, нанять инструктора, чтобы показал, что там, как, что куда бить. Лапту мы знаем. Лапту знаем, гольф не знаем. Ну красиво там, смотри, там да. Все выстрижено. И все. Вода, и гольф, я знаю, надо там просто бить и попасть в воронку. Да, там такие вороночки, да, туда мячиком попасть. А куда? Так, а это рыбонька Данте. Прикупили одежду мальчику, чтоб он же черный. Солнце пристает к нему. Прикупили, но ему прям по лицу видно, что ему не нравится. Это издевательство. А что, светлая какая-то одежда? Няшная. Мечта перфекциониста. Да, да. Все, ну, чистенько, кожано. Все, это да. Только-только мы что-то там начали. Бабушка. Да. Это видно с прошлого года. Цветочки. Кустики все пострижено. Ну, чуть это... Ух ты, ё-моё, красоту тут. Раз так можно и заехать. Красиво. Парков много. По сторонам смотреть нельзя. Видите, красота вся достается вам. Я только начинаю разглядывать, и все, и теряю управление. Конец. Да, вот это там вот домик такой справа, какая-то усадебка там, он, видишь, смотри. Утки желтая плавают. Такая. Как вот это желтая. И там плевать тунца. Прям тунца прям? Что за тунец-то? Самолеты летают. Просто тунца. Прям вот радует, да, вот радует все. Тунца, тунца. Очень парадно. Кругом цветочки. И туристов уже много. Сделать как в парке. О, ну погоди. Это мы в Стрельне. Ну погоди, да, точно. Когда в этот ресторанчик сходим? Ну будет какая-нибудь дата, сходим обязательно. Какая-нибудь будет знаменательная дата. Сходим. Можно сходить, знаешь, когда? Сегодня поужинать. Сегодня уже дата, видал? Сегодня поужинать. Храм, то ли монастырь, Христос воскресе. Христос воскресе, наверное, что-то там. Я перекрестился. Да, что-то. Молодец. Каждый христианин обязательно должен перекреститься, когда видит церковь. А и перед входом тоже. Смотри, как это трамвай проезжает, я даже не знаю, надо ему уступать или не надо, ничего не понятно. Там еще и второй едет. Надо, конечно, уступать, а да? Как?
Вот что значит, в Мурманске нет трамвая. Ничего не понимаю вообще, как ездить. Я уже забыл. Я права-то сдавал на эти, на... Сдал же теорию на катер. Да? Уже сдал? В Мурманске. Но надо теперь пересдавать здесь, потому что... Ну, времени терять не успел, там сдать на вождение. Там только говорю, попробую здесь сдать. Так я уже забыл все. Сдал идеально вообще. 100% ответов. А сейчас думаю, блин, опять надо готовиться. Забывается все. Вот она. Лерова. Вот какие-то ушли, а вот Леруа почему-то не ушел. Да никто не ушел, они все. Название поменяли. Угу. Ты никуда не ушел. Давай доедем. Сейчас я списки достану. Так. Так, ты с папой идешь? Да. А я тут буду ходить, ладно? Да. Потом на выходе встретимся. Все. Я хочу одна походить, посмотреть чего-нибудь красивенького. А, вот они, вот они, вот они. Столики маленькие. Металл. Музыка играет, опять мне авторские права запорят. Часы интересные. Ну, я вот такой стиль люблю. Или вот такой вот. Ну, это надо большое помещение. Я когда-то лет 10 назад Косте подарила вот такого размера часы здоровые. Он их потом отвез на работу. Потому что там много места было. Он такой няшный, да, все. Миленькая. Базы какие. А тут вон маленький, совсем махонький. Так, Люба, прочь руки от всего этого. У тебя столько всего, а места будет мало. Ну вот люблю я всякие вещи такие. Тоже интересная штука. Но я бы сделала по-другому. Я тут не просто так хожу. Я ищу идеи для себя. В экспрессе гораздо дешевле и интереснее. Так. Вот такие. Девчули. Картина на стекле.
Тоже просто. Ну, не обязательно же ее из металла делать, да? Можно из картона вот такие штучки покрасить. И будет тоже так же. Большой разницы не будет. Просто постеры. Правила бабушки. Внукам вход свободный. Родители по предварительной записи. Зеркало какое. Рамки всякие. Вот такую бы я взяла. Ну, опять, а куда ее? Там в комнате огромное окно, а места мало. Так, ясно. Будем знать, что тут такие рамочки есть глубокие. Симпатичный слон. Люблю я слонов и люблю я города. Как я болела много лет по Эйфелевой башне. А сейчас вот абсолютно переболела, видимо. У меня же там в Крыму этих Эйфелевых башен от маленьких до полметровой. Свеча. Господи, господи. Коврики, ковры, коврища и всякие вот дорожки на стол. Видите, как их? Коврики просто такие тканые. Зелененькие. А это покрытие искусственное. Ковры. А это дальше даже издалека будет, наверное, похоже больше на траву, как будто в земле. Так, тут всяко. Набор досок, крючков.
крышки силиконовые. Для пакетов. Вот эти вот, да, хорошие штуки. В полку вставлять. Ну, что-то это дорого. В фикс-прайсе дешевле. Корзина какая для фруктов. Интересно, что-нибудь нужно сделать из нее. Прикольная. Девчонки, вы уж меня простите, я хожу там, где мне интересно. Правда? Я же не делаю обзоров на эти магазины. Так что... Так, вот тут мне уже не интересно. Так, пойдем дальше. Вернусь-ка я к коврикам. Под обувь какие. Разноцветные. Угу. Стоит 1500, блин. Мне так нравится этот материал. Я все думала распустить. Ну, они вшиты им между собой на. Видите? Ну, 1500. Как-то я не готова распарывать и потом что-то делать. Угу. Ну, вот такой вот, видите. 1,5 метра круглый. Да, они, собственно, и сами по себе мне нравятся. Но у меня не будет таких размеров в комнате, чтобы такой коврик постелить. Я же говорю, я смеюсь уже у меня. Это нет, самое. Чем дальше, тем меньше площадь жилья. Видимо, дело приближается к 2 метрам, да, положенным. Ну вот мысль хорошая, но заяц. Где мои мужчины? Снимала, оказалось, что я и не нажала. В общем, короче, вот там огромные кашпо. Я думала, они керамические, они пластиковые, легкие. Люди закупаются, одна я
хожу, не пришей, не пристебай. Пацаны куда-то. Ой, как мне понравилось вот такое кресло. Я и раньше еще в Финляндию, когда ездили. Но цена-то. Научиться вязать. Вяжут же их. Надо посмотреть. И связать себе. Так, а я, наверное, пока перекурю. Сейчас. Сесть бы куда-нибудь посидеть. На эту тележечку взять ее откатить. С дороги, да? Нет, растение даже не пошло смотреть. Потому что захочется сразу в Крым. Ой. Так. Ой, как хорошо. Боже ты мой. Господи. Люди как загружаются. По-хорошему. Что, посидела? Надо идти искать моих мужиков. Где они? Думала, парень стоит. Высокий такой. Где они? Они где-то. Ну, там уголки нужны, наверное. Пластиковые, что ли. Что-то такое. Нету. Нету, нету. Не видать. Можно услышать. В любом месте. Где он тут? Саш, я тебя услышала издалека. Тебе вроде магазин да, огромный. Да не все, да. Папа, папочка. Люблю вот такие коробки. Я вот и хотела такой материал что-то сделать. Ну, тут можно подобрать под мой размер. Я из Крыма, Бог даст, привезу коробки и подобрать под цвет, под размер еще таких коробок. Отходим, да. А куда папа пошел? Ты видел? Туда пошел, не там. Ну, давай, вези. Помощник папин. Брусок теперь. Уголки. А тебе куда бруски? На стрелки. Это еще рано. Пока надо ремонт доделать, Саш. А потом будем бруски. Потом у него там у папы уже деревяшки лежат для стрелки железнодорожной. Вот ему теперь тоже брусок. Пойдем за папой. Тут все интересно. Очень много интересного. Вот мечтала очень шкафы вот с такими дверями. Очень мечтала, так мне нравится. Но как-то мне жизнь не дает такие двери. Так. Камень искусственный. У меня есть формы, я делала. Тоже лежит в Крыму.
Мне если из Крыма вывозить, то это надо прям две машины грузовых. Так, я за ними, а они от меня. Сейчас я только по этому магазину ухайдокаюсь, ходить за ним бегать. Каких? Ну, вообще в красках. Мне нужен баллон белой краски. Ну. Называется жемчужина белая матовая. Жемчужина. Почему? По какому материалу? По металлу. Ну, так пойдем искать, где краски. Вот краски находятся там, ты прошла их. Они, скорее всего, с той стороны, там всякие краски. Угу. Так, иду искать краску. Нужен баллон по металлу. Жемчужная, белая. Матовая. Вот краски. Так. Угу. Так, пойдем смотреть, искать в рядах. Тут их. Вот это я люблю. Так. Это пены. А это что? Очистители, эмаль. Эмаль жемчужно-розовый. Так, ладно, ищу. Нет, жемчужного белого нету. Еще и матового. Разные есть жемчужные, но вот такого нет. Так, а где они теперь есть? Вот они. Вот они. Все, заканчиваем поход. И я с вами прощаюсь пока. Ну, сейчас я больше буду дальше снимать. Просто уже 30 с лишним минут. Хватит. Не у всех терпения, хватит смотреть про это. Пока-пока, мои хорошие. Пока.